Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим фотоаппарат Canon EOS 650D в комплекте с двумя объективами. Это китайский набор, один очень стандартный, 18-55, второй 75-300, зумовский. А комплект куплен в магазине MediaMarkt по супер цене 19 999 рублей. К примеру, это было, собственно, в черную пятницу. Сейчас он стоит порядка 40 тысяч рублей этот комплект. Без распродажи он стоил 29 990 в черную пятницу в России. Чем интересна эта покупка, покупал в MediaMarkt, добавил в корзину, но не стал оформлять. Буквально недельки через три смотрю, он в корзине до сих пор лежит и по этой же цене 19 990. Хотя в магазине он уже 30 тысяч стоил. А когда в середине декабря цены стали скакать, я решил все-таки это выкупить, и мне это удалось. Ну, не без труда, правда. Пришел MediaMarkt, говорю, ребят, хочу забрать свой заказ. Они говорят, извините, заказ отменен. Я говорю, по какой причине? Ну, извините, интернет-магазин отменил этот заказ. А после этого позвал дежурного администратора, объяснил ситуацию. Он любезно согласился продать по этой же цене. Не знаю, чем это дальше обернулось MediaMarkt. Тем не менее, фотоаппарат я взял за 19 990 с этими двумя чудесными объективами. Сейчас, как я уже говорил, он стоит порядка 40 тысяч рублей в розницу. Так, распаковка. Тут, кстати, говорится, что еще подарок идет в комплекте, который называется творческий обучающий конкурс «Мои лучшие снимки». Нужно, видимо, пойти на сайт Canon, вернее, на сайт другой сайт, и там научиться за бесплатно. Итак, комплект. В комплекте в коробочке идет сверху объектив 75-300. Давайте мы его достанем и посмотрим. Так вот просто его достать. Вот, собственно, этот объектив. Дальше скрываем коробочку. Дальше, собственно говоря, идет уже сам фотоаппарат непосредственно. Две специальные штучки, которые, по идее, должны помочь открыть. Но по факту они не очень помогают. Так. Открываем фотоаппарат. Открываем в ней коробочку. И видим дальше еще одну коробочку. Такая чудесная матрешка от Canon. Дальше идет регистрация, карточка для регистрации продукта. Вау, с такой замечательной фоткой гор. Инструкция по эксплуатации, диск с драйверами, видимо, какое-то программное обеспечение. И, собственно говоря, фотоаппарат, ремешок, объектив стандартный. 18-55. Зарядное устройство для аккумулятора. Шнур. Мини-USB. Сам аккумулятор Canon LPE8. Шнур питания. И, собственно, боди. Само. Пардонте, тело фотоаппарата. 650-я моделька, базовая модель зеркалки. Но все ее прям очень сильно хвалят, потому что она очень удачная. А сделана у нас в Японии, что не может не радовать. Вот такой вот замечательный объектив здесь имеется. Крышечка, которая защищает матрицу. Ну и все, собственно говоря. Вот, что мы имеем за 19 990 рублей. Мы имеем сам фотоаппарат, объектив 18-55, объектив 17-75-300, аккумулятор, ремешок, шнур мини-USB, зарядное устройство, шнур питания, инструкция, ну и, понятное дело, самое главное, это бесплатная регистрация и бесплатное обучение на соответствующем сайте. Замечательная покупка, замечательный фотоаппарат, будет делать замечательные снимки. Спасибо за внимание, покупайте через интернет, экономьте деньги и получайте удовольствие. Всего хорошего.